Девчонки, всем привет! Сегодня мне пришло сразу две посылки. Одна была с сайта Bayou Coins, знаменитая палетка на 120 цветов, и одна посылочка от пользовательницы Helen Lin, Леночка из Москвы. Большой тебе привет! Мы с ней решили обменяться посылками. И, в общем, я сегодня покажу содержимое этих двух посылок. Значит, прервусь опять же на свою композицию на столе, сказала, буду менять. Значит, у меня листья папоротника с магазина Ашан. Сегодня я решила поставить мои любимые тоже духи Маскина и Лафлав. Елочки у меня с магазина Ашан, они из трикотажа вот так вот сшиты. Такие необычные новогодние украшения. Ну, это продается в любом магазине для... Даже для... Это как аквариумный грунт даже можно использовать. В общем, ну и вазы Икеи, которые уже не продаются, к сожалению. Но можно что-то подобрать. Так, ну начнем с сайта Bayou Coins. Девчонки, большое разочарование. Все пришло битое. Больше никогда там не буду заказывать. Вот эту стенку я вообще приклеивала. Всю ее. Ну, в общем, вот так вот все пришло. Все битое. 9 теней битых. Я вся в растрепанных чувствах. Блин, опять они у меня вылетели. В общем, я их так прижимаю, чтобы они не вылетали. Они, зараза, все равно вылетают. В общем, вот эти вот напрочь вообще расхлестанная она вся, битая. Вот это вот тоже. В этом листе две. И вот этот лист больше пострадал. Здесь вот. Вот это, вот эти две и вот это. Ну, в общем, тени все пришли битые. Я вся расстроенная, китайцы вообще обнаглели, думают, если дешево, то можно посылать абы как. Никогда больше там не сделаю заказ. Так, следующая посылочка была от Леночки. Начну с того, что она мне выслала вот такую. Замечательного змея Горыныча к году дракона, выполненный из дерева. Можно вот так подвешивать в машину или еще куда-либо. В общем, вот такая вот смешная игрушка. Еще сувенирчик был вот такой вот браслетик. Правда, немного надо подреставрировать его, но такой вот интересный браслет. Так, что еще было? Она, конечно же, помнит про моего питомца. Так было приятно получить, значит, для моего питомца вот такие вот гостинцы. Я думаю, что мы не так часто, но все-таки съедим вот эту вот вкуснятину. Очень приятно, что заботятся о твоем коте, даже из города Москвы. Очень приятно. Так, еще, зная мою тонкую душевную организацию, то есть, не знаю, может, предугадывая, но, в общем, Леночка решила мне послать вот такую вот ароматическую свечу Эрвик из зимней коллекции с ароматом глинтвейна. Вот так вот она выглядит. Мне прям жалко жечь, ну вот, ей-богу, такая она. Так от нее пахнет, девчонки, не передать вам. В общем, вот такая вот прелесть. Я обалдею от таких подарков. Очень люблю свечи, очень. Так, ну, был еще, значит, уход, чтобы я на Новый год была прям вся при параде. Вот такой вот лосьон, это с эффектом постепенного загара и с мерцающими частичками. Лосьон для тела Dove. Вот нам перед Новым годом намазюкаюсь дней за 5, буду вся такая блистать. Девчонки, если вот у вас есть такая штука, пользуйтесь, пока он свежий, потом уже... Можете его забыть про него. Надо их использовать, пока они свежие. Так, что еще было для тела? Для тела был еще вот такой вкусный скраб. Fruit Fantasy. Пилинг для тела крупнозернистый. 200 мл. Открывать не буду, потому что он потом дальше лезет и лезет. Его не остановить. Бразильский мандарин. Называется «Энергия и наслаждение». В общем, буду наслаждаться, пользоваться вот такой вот штучкой вкусной для тела.
Самая обалденная штука, которую у меня нет возможности использовать, придется ездить на другую квартиру, это от магазина Organic Shop. Соль для ванн, органический экстракт орхидеи, жемчуг. Не содержит СЛС, парабены, силиконы. Вот такая штука, пена для ванны, девчонки, как она пахнет. Ой. Она пахнет просто не передать. Настолько она парфюмирована. Ой, у меня аж прям вот слюни опять же. Жаль, что у меня нет ванны, я в душевой кабине никак не смогу ее использовать, но я очень хочу быстрее ее попробовать. Такая штука вкусная, классная. Ну что еще? Ну конечно же смайл. Ленчик знает, что посылать, как поднимать людям настроение. Вот такое вот мыло ручной работы. Вот такой вот смайлик. Тоже приятная штучка очень. Так, еще были две. Двойная масочка от Garnier, ультраувлажнение с экстрактом винограда. Еще не пользовалась, не знаю. Так, ну и пошла опять декоративка, что ли. Так, ну это не декоративная, а уход. Это бальзам с розовым грейпфрутом и цветком лотоса. 8 мл целых здесь. Вот такая вот красивая баночка. Очень симпатичная, очень приятно ее держать в руках. В общем, вот такая вот игрушка для губ. Тем не менее, игрушка игрушкой, но увлажняющие губки. Очень полезная игрушка. Так, были три продукта от Essence. Я очень хотела попробовать эту марку. Ну вот, хотела молочный блеск для губ, но как бы, как человек может угадать, что я хочу? Мне достался вот такой вот 3XL Shine блеск для губ. Не знаю, не пробовала. Не могу сказать. Вот так вот он выглядит. Тон у меня 15-й. True Love. Не буду, наверное, показывать. Не видно вам будет. Долго там держать придется. Так, что еще было от Essence? От Essence еще были вот такие вот румяшки. Вот так вот они называются. Выглядят. Так, тон у меня тон. Девчонки, тон я не найду. 60, что ли. Тут все заклеено. Ну, в общем, вот так вот они выглядят. Они на каждый день такие спокойные, очень приятные. Я еще не пользовалась, не знаю. Так, и вот такая вот палеточка для Smoky Eyes. Здесь написано, значит, в наборе кремовая подводка для глаз, карандаш. Ну, карандаша здесь нет почему-то. И тени для век. Я не знаю, вот это вот, наверное, и есть подводка, потому что это кремовая, а вот это вот тени. Вот это вот тени, а это вот подводка. Если я что-то не так понимаю, девчонки, объясните, подскажите, что это, как это, как этим пользоваться. Так, еще была одна палеточка от Belle. Вообще, она меня задарила, я не рассчитаюсь с ней. Двойная вот такая вот матовая, черный и белый. Опять же, для Smoky Eyes. Я так думаю, дым что-то такой макияж надо попробовать. Не буду открывать. И последнее, что было, это вообще просто хитовые цвета. Обалденная палетка, вот такая красивая. Красивая палеточка очень от Bourjois. Вообще просто цвета, не сказать, не пером описать. Я сейчас пробный мейк сделала с ними. Балдею. Цвета просто шикарные, сказочные. Как раз под мое вот это вот платье. Почему-то оно у меня на экране черное, но оно у меня такое вот, вот такое вот тоже зеленое. В общем, обалденная палетка. Номер опять же, номер непонятный. А, 08 Word Trendy. Такая вот красивая. Так, ну это все, пожалуй. Наверное, я все вам показала. Спасибо всем за внимание. Леночка, спасибо тебе огромное за твою заботу. Все было так хорошо запаковано, все было так с любовью. Спасибо тебе еще раз. Счастья тебе и всей твоей семье. Надеюсь, скоро увидимся. До встречи. Всем пока.